уже игрок сборной. На этом Кубке России усилил Спартак, а это Макаров. И забил Алексей Макаров. Забивает. Забивает МЭК. 3-1 у нас. Тут же Спартак возвращает себе преимущество в 2 мяча. Причем показалось, что удар-то не получился у Алексея. Ну и Кошарный, наверное, начал гадать и рано опустился на песок. Мяч просто перелетел через вратаря Дельты. Ну и снова в восторге. И вот посмотрите, из чего пришел этот гол. Тангер ошибся. Своим аутом создал такой обрез, что никто...